А мы продолжаем выпуск. История о призвании и жизненном пути. В парке «Россия. Моя история» состоялась премьера первого профориентационного сериала «Билет в будущее». Показ сезона приурочен к старту этого проекта в Тверской области. С участниками встречи пообщался наш корреспондент. Главные герои сериала – представители разных сфер – медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство. Они рассказывают, почему выбрали ту или иную специальность. На премьере сегодня присутствуют герои этого сериала. Это архитектор Никита Маликов, который является нашим земляком, и сварщик, блогер с аудиторией в 40 тысяч человек, который добился больших успехов в своей профессии и в 2017 году также стал лучшим сварщиком России. Всего более 120 человек стали участниками показа первого сериала. Просмотр вызвал у школьников неподдельный интерес. Короткие серии помогли ребятам расширить их представление о мире профессий. Считаю, что для тех, кто не определился, это вполне поможет посмотреть на список профессий, на которые можно пойти. Я уже определился, я уже являюсь профессиональным тренером по грэпплингу. Это вид борьбы, где используется партер в большей степени и немного стойки. «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации для школьников 6-11 классов. В этом году на платформе зарегистрировано более 16 тысяч ребят из Тверской области. У меня уже класс выпустился один, которые поучаствовали в «Билет», и лично мой класс. Я классный руководитель еще. Одна девушка даже поступила в Питер на иностранные языки. Китайский. Говорит о том, что человек попробовал и нашел себя в профессии. Другая девушка сначала хотела быть медиком, а когда поучаствовала уже в этих профессиях, посмотрела, а по ее показаниям она выбрала другой вуз, но не медик. Для определения дальнейшей будущей своей профессии вот это очень важно. В ближайшее время сериал покажут в учебных заведениях региона. Серии небольшие, позволяющие показать несколько за один урок.